Химический институт имени Бутлерова – еще один представитель естественно-научного блока в КФУ. И пусть этот институт отнюдь не самый большой в университете, он традиционно входит в число подразделений лидеров, причем не только в Казанском федеральном. Химический институт имени Бутлерова в нынешнем виде представляет собой мощный научно-образовательный комплекс, который является одним из крупнейших и, по данным Министерства образования и науки, по рейтингам нашего российского министерства, одним из первых трех химических факультетов классических университетов страны, наряду с Московским и Санкт-Петербургскими университетами, ну и химическими факультетами. Статус лидера оправдывают и выпускники химического института. Это подразделение одно из тех, чьих студентов готово забрать прямо с выпускного. У наших выпускников нет проблем с трудоустройством, они работают и очень быстро делают карьеру в самых различных областях. Даже если они попадают на химические предприятия, то они быстро становятся там, ну, так сказать, во главе различных. Допустим, директор порохового завода наш выпускник. Секрет такой востребованности выпускников химического института скрывать не будем. Это вовсе никакая не магия и даже не химия, как подумали многие. Все дело в синтезе богатых традиций с технической революцией. Лаборатории химического института Казанского федерального сегодня оснащены по последнему слову техники. Чтобы поработать на многомиллионном оборудовании, приезжают ученые со всего мира. Двери лаборатории открыты и для студентов. У нас всегда строилось в тесном взаимосвязи и на основе реальных научных исследований. И у нас студенты начинают этим заниматься уже с младших курсов. Во-первых, учебное оборудование у нас очень современное. То есть они, когда, допустим, куда-то идут в другие места, они уже все это знают. Они здесь работают на самом современном оборудовании, когда не стыдно их посылать за границу, потому что там оборудование не лучше, чем у нас. Значит, есть учебное оборудование, как я уже сказал, значит, а есть и уникальное, которого нет даже в Московском университете. Там. Как вы уже догадались, поступить в химический институт – дело нелегкое. Конкурс сюда хоть и небольшой, но каков средний балл ЕГЭ? Он равен 85 баллам, и это второй показатель в России. Выше баллы только у абитуриентов, поступающих в МГУ. Но даже это не повод отчаиваться. Если вы победитель или призер региональной, а лучше всероссийской олимпиады по химии, можете смело записывать себя в ряды студентов Казанского федерального. Александр Александров, Ильшат Хусаенов, Универньюз.